Приветствуем вас на канале Скарабиц. Меня зовут Галина Черемисина. Сегодня у нас проект из серии «Проще простого». Мы с вами сделаем сережки с сердечками на цепочке. Для работы нам понадобится пара небольших цепочек, 4 выбранные бусины. У меня вот такие симпатичные, яркие, розовые, неоновые сердечки. 4 пина гвоздика и 2 швензы для сережек. Большой выбор бусин разных цветов и размеров, в том числе неоновых, вы можете найти в магазине Скарабиц. Для начала наденем наши бусинки-сердечки на пины-гвоздики. Одеваем острым концом сердечко вниз к шляпке. Отрезаем лишний конец гвоздика. Для маленького колечка нам нужно оставить около 1 сантиметра. Берем пин круглогубцами так, чтобы кончик пина совпал с поверхностью круглогубцев, не выглядывал вверх. И движением запястья заворачиваем колечко. Выпрямляем шейку под колечком, чтобы колечко стояло прямо. Это делается движением запястья обратно, против часовой стрелки. И в это приоткрытое колечко надеваем цепочку и закрываем колечко. Также нужно сделать со всеми 4 сердечками. Наденем бусинку на пин, отрежем хвостик, завернем колечко . Зацепим колечко за второй конец цепочки. Также поступим и со второй цепочкой. Наденем бусинку на пин, отрезаем хвостик пина, заворачиваем колечко, делаем шейку . Надеваем на цепочку . Наденем бусинку на пин, отрезаем хвостик пина, заворачиваем колечко, делаем шейку, надеваем на цепочку . Закрываем колечко до конца. У моей цепочки можно приоткрыть одно звено. Я раскрою нужное звено и закреплю его на швензу сережки. Вот только определю, на какой высоте делать перегиб цепочки. Я хочу сделать сердечки одно повыше, а другое пониже. Красиво пропорционально получается вот так, за 4 колечко. 4 колечко я открываю, надеваю на швензу и аккуратно закрываю колечко цепочки. То же самое проделываю со второй цепочкой.
И вот мои сережки неоновые сердечки на цепочке готовы. Легкие, броские летние сережки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Мы выпускаем новые проекты каждую неделю. Присылайте нам фотографии ваших работ на адрес Карабиц-клуб или в группу на Facebook. Самые разнообразные бусины вы можете приобрести в магазине Карабиц. И до новых встреч на нашем канале!